Лиза Арзамасова и Илья Авербух скромно отметили кожаную свадьбу. Режиссер-постановщик женился на звезде «Папиных дочек» в декабре 2020 года. Своим выбором он очень доволен и называет любимую жену лучшей наградой в жизни. Также к ней относится и мать Авербуха Юлия Марковна. Свекровь актрисы дала редкий комментарий о том, как складывается их общение. По ее словам, видятся они не так часто, как хотелось бы, но Арзамасова всегда находится на связи. Лиза делится с Юлией Марковной новостями из жизни ее двухлетнего сына Льва. Они часто переписываются, но из-за плотного рабочего графика встречаются редко. Во многих семьях в отношениях свекрови и невестки присутствует напряжение в отношениях. Но мать Авербуха не видит поводов для ссор.